Всем привет, дорогие друзья, с вами Джокер, и сегодня я вам покажу довольно-таки интересный механизм, который называется... Я не знаю, как он называется, не придумал еще название. В общем, этот механизм, идею я взял у Кронда, он делал такой вот механизм. То есть вот ты нажимаешь на кнопку, и дверь открывается и не закрывается, то есть вот так. Вот, идею я взял, как повторюсь, у Кронда, но схему я полностью переделал, она у меня уже... по-другому полностью работает. Но есть единственный минус этой схемы, это то, что когда мы нажимаем на кнопку, дверь закрывается, потом еще раз открывается и закрывается уже окончательно. То есть вот так. Это единственный минус данной схемы. И давайте посмотрим, как она выглядит. А выглядит она вот так. То есть все, в принципе, очень просто. Давайте ее построим. Ну, для начала нам нужно заготовку сделать. То есть вот такая вот заготовка. Вот. Тут так вот блок должен, тут в углу не должно быть блока, потом вот тут тоже не должно быть блока. Вот, что мы делаем? Мы ставим вот таким вот образом дверь, то есть вот так. Сейчас, ну, нет, вот так. Вот, да, вот таким вот образом дверь, чтобы она у нас стояла вот так. Теперь ставим здесь мы красный факел, то есть теперь мы ее уже открыть не можем. Вот, как вы можете заметить, мы нажимаем на кнопку, и она не открывается. Дальше мы берем наш поршень. Вот, ставим так вот поршень вниз. Вот, так я сказал, поршень. Вот. Далее ставим вот так вот redstone блок. Потом берем опять наши блоки. Ставим вот так блок. И вот так блок. И потом ниже вот так вот уже блоки ставим. Вот. На этой стороне мы ставим репитер 1, и здесь мы ставим репитер 2. Далее, что мы делаем далее? Мы ставим так воронки. Вот, вот так поставим воронки. Теперь мы ставим сюда блок. Вот, потом ставим сюда блок. Сюда. И сюда блок. И вот сюда блок. Вот такая вот должна у вас получиться конструкция, то есть вот так. Здесь мы ставим, значит, редстоун, здесь мы ставим красный факел, и здесь мы ставим компаратор. Вот. Что у нас получилось? Вроде бы все правильно мы сделали. Вот, теперь мы закидываем любой блок в вот этот вот хоппер, и ставим вот сюда кнопку. Сейчас я возьму кнопочку. Так. И нажимаем на кнопочку, дверь у нас открывается, то есть вот мы можем проходить, и она не закрывается. Но когда мы еще раз нажмем на кнопку, вот мы, допустим, вошли, здесь тоже кнопка стоит, нажимаем опять на кнопочку, она, как я вам говорил, открылась-закрылась, а потом уже окончательно закрылась. Вот, то есть вот такой вот довольно-таки интересный механизм. Взял идею я у Кронда, как я сказал, вот, повторюсь. И, ну, схему я полностью, как вы можете заметить, переделал. Теперь она вот так вот выглядит. То есть, вот, довольно-таки компактно, в принципе, она выглядит. Вот. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я с вами был Джокер. Всем удачи, всем пока.